Всем привет, с вами Нильф Горн, и я сегодня обозреваю, наверное, самую мою, одну из любимейших игр, в которую я бы играл и играю, и постоянно ее прохожу, и так и сяк, и мне всегда интересно, то есть, в нее поиграть. Это Hammer Fight. Игра. Как бы вам объяснить, в чем ее заключается? Вы управляете странным устройством в виде летающей бочки с цепью и камнем, либо каким-либо оружием, которое вы установите впоследствии игры, ну, на конце этой цепочки. Ну, давайте я вот с нуля, так сказать, начну. Есть разные варианты этой игры. Тут и арена есть, и на прохождение, и на выживание. Ну, и есть кампания определенная, которая довольно-таки интересная. Вы начинаете как гладиатор и боец и тому подобное. Все это можно читать, и в принципе все это объясняется сюжетно. Ну вот давайте посмотрим. Управляется это все мышкой. И как видите, все управление соединить в одном устройстве, которое вы называете мышью. Передвигая мышцы, ты можешь управлять машиной. Ну и вот чтобы нанести удар, именно вот так вот мышку надо двигать, закручивать, и тем самым булава как бы по инерции наносит удар. То есть вот моя с синим таким, это, и вот, вот так вот раскручивая, мы можем ударить, вот то есть... На! Вот так. И по-моему это очень круто, и вот монетки падают, их надо подбирать. Так, что нам дальше? Еще раз надо ударить. И сейчас мы еще надо, оп, навостриться, монетка. Ну, всадил, отлично. Ну и конечно же, чем, ах ты, это я об его, сам об его, да что ж такое, монетка. Да, после каждых тут миссий вы попадаете как бы в магазин, в котором вы можете... Да что ж такое, я сам же... Можете закупиться. Ну все, вроде выполнил задание. Жалко, только единственная проблема всегда здесь. После выполнения заданий вы перестаете управлять своим устройством и, ну, не можете, так сказать, собрать монет. Так, отлично. Первый, так сказать, ну, начинается все с обучения, ну и, в принципе, продолжается какими-то всякими разнообразными миссиями, заданиями, которые достаточно интересны, если их читать, там... Вы как раб, потом гладиатор, потом боец, ну и тому подобное. То есть вот сейчас уже, то есть и... На... Так, главное монетку. Опа, еще раз попал по нему. Главное монетку собирать. Чем больше... Отлично. И там вы не представляете, потом молоты всякие, палицы, всякие мечи, режущие топоры и разнообразные очень большое всякое виды оружия есть. Ну, я давайте немножечко поиграю, чтобы вы посмотрели, что сама из себя игра представляет, ну и тому подобное. Вот что было дальше, то есть мы уже выбираем линию, то есть давайте немая скала по повышенной сложности западной... Вот, и родовое гнездо народа Сайади. Давайте, ну, усложненный вариант, пойдем. Ну и, конечно же, подсчет очков после каждой миссии и тому подобное. Это уж неизбежно. По-моему, мы сейчас... Да, вроде бы мы сейчас типа да ха-ха, и на нас сейчас как бы как вот тот бородатый чувак был слева в деревушке, который... На! Это мой как бы хозяин данный. Монетка. И он как бы, я его раб типа пока что, я еще не заработал на оружие вообще. У меня даже, видите, флага еще нету, как вот допустим у вон бочки, так сказать, противника. Есть. Засадил. Отлично. Супер. Как видите, вот у этого, допустим, щиты даже висят. Видите, такой как бы. Ну ладно, да, трындеть, все. Вроде бы, вот следующие на нас сейчас какие-то животные нападут, типа червяков, что ли.
или где-то, ну, где-то в этом роде. Во, в вашем распоряжении дешевая ковка, тяжелая, кусок здоровенной скалы. Ну, видите, как добавляются какие-то устройства. Так. Ну, видите, тут кто хочет испытать его, позвольте, мой господин. Мне, видите, новый, вон. Ох, как, а как он? Нифига, нифига, он быстрый какой, резкий. Ого. На. То есть, видите, ну, просто молоток у меня. Ах, промахнулся, еще раз промахнулся. Блин, из центральной вот... Оп, оп, промахнулся, оп, попал. Вот им посложнее немножко управлять, потому что он по инерции его не мотает. О, тут, смотрите, несколько. Блин, да что ж такое-то? Ах, промахнулся. Ах ты! А, то есть я проиграл. Ну давай еще раз переиграем. Сложно, блин, вот этим молотком использовать, потому что по инерции носит не только... Ах, засадил, хорошо, сейчас я ему... А, добивать его надо было. Видите, он в шоке был такой. Вот его надо было добивать. Так, а это кто? Это кто? Кто? Что ты хочешь от меня вообще? Отстань от меня. Я больше сам, похоже, ранюсь. Есть, еще раз засадил. Давай, вылетай. Он там где-то внизу. Он еще какие-то кинжалы. Ох, видите, бутылка, бутылка. Если ее, ну вот, внизу бутылка была. Если ее разбить, то это как бы, ну, яд получать. Ах, да. Не нравится тебе? Блин, кинжалы. Ну да, тут всякие потом пушки можно будет ставить, усилители, щиты всякие. Ах ты, промахнулся. Тут, да, конечно, надо еще нанести урон и самому не попасть под, так сказать, под... Удачно. Да к оружию, давай, давай. Оп, попал немножечко. Есть. Давай, вылезай. Ах, промахнулся. Оп, оп, а-а-а. Черт возьми. Да что ж такое-то? Вот ускорение. Да, блин, промахнулся опять я. Оп, 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 оп. Оп, попал, есть. Оп, есть еще раз. Не вылезай там, сиди внизу. Ну как, понимаете, да, что тут еще надо, ну, ударять так, чтобы не попасть под его молоток, так сказать. А это, блин, в большинстве случаев я сам таки под него и попадаю. Есть. Да, блин, опять я проиграл. Ну, ничего, еще раз переиграем. Был бы... Почему-то мне вот поставили молоток. Ну, ладно, я пока ничего сам не решаю. Блин, ты... Я больше сам убиваюсь об их молотки, чем они об мои. Игрушка очень старая. Она вообще древнючая. Так, я бы даже так сказал. Даже тут не из-за графики, а просто она, ну... Тут даже графика больно-то не нужно. Оп-оп-оп-оп. Но идея вообще очень отличная. И, блин, я бы... На, засадил я ему как отлично сейчас просто. Ах ты, да что ж такое? Также можно, ну, как бы, выбить оружие из... Да черт возьми. Есть. Блин, да задолбали они метать в меня какие-то хрени. И так фиг увернешься от них. Да что ж такое-то? Ладно, аккуратненько просто сейчас, не будем торопиться. Будем небольшими ударами. Да блин. Серебряная монетка. Да ты... На! Двойной удар был сейчас. На! Отлично! Вот, видите, я молоток выбил у него. О-хо-хо! Чувак, какой резкий, смотрите. Вон бутылка разбилась, видите? Прям тех отравил. Отлично! На! Вот надо добивать его, пока он в шоке. А, не могу попасть! Черт! Есть! Вот этот чувак, он с щитами. Как мне его вообще убивать? Видите, у него деревянные щиты есть. И молот у него получше, я бы сказал. Хоть он и выглядит, ну, видите, он как это... Ах ты, зараза. Ну, давай, давай, давай. На тебе монетки серебряные, блин.
улетает. Ах ты. На. Это что взлетело такое, типа? На, всадил я ему. Хоть и сам немножко поранился, но ничего. Давай, ну чё ты? Он какой-то прям нерезкий чувак. Ну, кстати, чем больше вы, конечно же, навешиваете на себя... Навешиваете на себя всяких устройств, щитов и тому подобное, то, конечно же, у вас и, ну, управляемость... Видите, он с щитами закрывается. Оп-оп-оп. Чувак с мечом. На. Оп-оп-оп-оп. Есть. Краш. Победу! Да. Отлично. Также, как видите, вот слева, допустим, где вот мои жизни показаны, ну и тому подобное, нарисован молоток. И в нем дырка. Туда также можно вставлять разные камни, которые вы выбьете по ходу игры. Ну и тому подобное. Они, ну, улучшают, мощность делают. О, воины народа Саиды какой-то вообще навороченный. Мои имя. Понятно, короче, что-то какой-то. Мочилово началось. Понятно. Война, похоже. Ну, как всегда, все заканчивается войной. Террором, убийством. Уровень пройден. Вы заслужили титул охотник, заступник. Ну, тут всякие разнообразные, как видите, титулы. Я не буду уж сейчас, как бы, я все-таки не прохожу. Ой-ой-ой. А, это вот враги уже, вот это уже. Это уже... Ай-яй-яй, самому. Это уже какие-то устройства такие, которые нужно... На! X3 прям набил сейчас. Ох-ох-ох. Автоматические устройства, которые, ну, сами там что-то делают, видите, ездят и хотят меня разобрать. Да что ж такое-то? Оп. Оп. Все, что-то опять я прошел. Ну, как быстро я довольно-таки нафигачил. Поначалу, конечно же, уровни очень маленькие. Ну и понятное дело. Сейчас я хочу дойти до гаража, так сказать, до магазина моего, что ли. Сейчас мне вроде надо будет дирижабли защитить от нападающих, так сказать, там, всяких каких-то насекомые вроде будут. Или... Заметьте, у него дирижабль, это червяк. То есть это не летающий какой-то, это... Сейчас такие на меня будут нападать вроде. Где там? Вон, вражина. Во-о-о-о! На! Отлично! Отлично! На! Сейчас мы его... На! Дирижабль этот расхерачим! А, падает! Главное, чтобы меня не накрыло. Отлично. Давай еще дирижабль. Есть. На. Дали бы оружие какое-то другое-то. На. Ой, я что-то там кого-то сбил конкретно, похоже. Есть. Разбить машину. Ах, промахнулся. На. Что-то... Как видите, монеток прям... Ае! Кто это? Это свой, по-моему, упал. Ну, короче, я выиграл в этом. Не знаю, каким образом. Ну, блин, не знаю, вот это вот ощущение, как бы удары именно, оно прям... Оно мне очень нравилось, как бы. И нравится в этой игре. Именно вот это вот нанесение такого, как можно мощнее, так сказать, удара. А со временем вы сможете, ну, так ускорять, так сказать, этот удар. Потому что у вас и бочка ваша будет модернизироваться. Ну, я их называю летающие бочки. Всякие советы дают. Следующая глава. По-моему, вот да, скоро я попаду на арену. И там вот вроде бы и будет. Так. Чё? Ух, нифига себе! А, это босс вот этого чувака. Вот это животное, как червяк, вот который... Вот он. Во-во-во-во. Его надо убить.
это, блин. На. Как видите, у нее и лапы есть, и... На. То есть, ну, мне надо дирижабль защитить, это понятно, от этого вот летающего монстра. Не знаю, там, скоро я с ними столкнусь в большом количестве. Ну, не скоро, а уж... Но все равно, давай, давай, где ты там? Раскручиваю нашу... Блин, не в ту сторону раскручивал. Ну, давай. Где-то внизу, зараза же. Ну, давай. Куда-то вечно за экран улетает, зараза. Прям как вообще отлично. Не подходи ко мне, зараза. Насекомое летающее. Давай. На. Промах, промах, промах. На, по хвосту. Есть, по хребту. На. По лапе. На. Хорошо, раз денег столько разлетается, хорошо, засадил. Ладно, еще 50% у меня жизни есть. Ох ты, блин. Это плохо. Уже совсем мало. Придется повозиться, короче, с ней. По хвосту. А-а-а, там тоже задел как-то. Ну я горю, короче, на! И я победил, и вроде бы и сам, ну что-то похоже. Просто тут вообще можно с первого удара таких насекомых убивать. Если вы попадете прям в центральную, как бы, ну, его голову по центру там, то будет вообще прям шикардосно. С первого удара, так сказать, все можно будет, поразивший софита. Ну, понятно, софит какой-то был. Монстр софит. Ла-ла-ла-ла. О. Такие крутые чуваки. Смотрите, у него он аж он какой каменный молот. Понятно, против. Ой, мамочка, мамочка, я даже не вижу, где я там. На нас нападает кто-то. Ну, понятно, на нас нападает. Нифига непонятно, главное, чтоб это, своих не попасть. Ай, я не вижу ни... Хрена. Чё? Что такое произошло-то? Во-во-во, вылетел. Я, честно говоря, я думал уже там... На! Здорово. На! Ничего-ничего, мы еще подеремся. Ух ты какой! На! Видели у него какой? Блин, ну, блин, тоже такой хочу. Если вы выбиваете оружие у противника своего, то есть, ну, вот эту булаву, так сказать, то ее можно как-то приподнять, что ли, потом. Все, ну, меня взорвали. Меня просто расстреляли из... Ну, что, переиграем сейчас. Просто там начало такое жестокое было. Прям, честно говоря. Надо просто... Ой-ой-ой. Вот сюда наверх сразу уходить, чтобы никому не мешаться, а самому... Ну, блин, они сразу все ко мне сюда летят. Ладно. Отлично. На! Ох, сколько денег, сколько денег-то. На! На! Блин, все это я с собой уже наделаю. Вот этого надо убить, блин, он без оружия остался. Отлично. Отлично. Отлично! Так, я уже, по-моему, своих немножко. Так. Главное не перепутать, где свой, а где чужой. Ну вот этих-то по... Отлично всадил. Вот этот противник, по-моему. Краш. Есть. Давай. Давай. Кто еще? На. 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 Вон, видите, они кидаются этим. Надо их убивать быстрее. Потому что мне как бы надо базу уже защитить. Так, монетки, монетки. Так, это наш, по-моему, летает. Оп, оп. Оп. Вот так. Вот это не наш. Вон, вон, блин, вот так бы... Молот, видите, улетает. Его поднять, но я пока что не могу поднимать. Мне как бы этому еще не научили меня этому. Вот это типа у меня берсерк. Если я в такой момент попадаю по кому-нибудь, то все. Там ему кранты полнейшие. На! Я, видите, червяка убил сразу, по морде ему засадил. Но
Отлично! Рванул так рванул, как говорится. Да, я крут. Да, чуваки, да, я крут. Видите, у них флаги всякие. Молот, вон у того топора, топор был. Ну, круто, круто. Такие оружия интересные есть. Притом есть реально уникальные. О, вот мне первый флаг, по-моему, дали. Нюкер. Ласим-трясим, что-то какая-то история опять. Ну, я не хочу это, так сказать, при вас уж. Еще раз. А, вот, вроде бы вот сейчас я попал как раз-таки в тюрьму. Ну, на гладиаторскую арену вроде бы. Сейчас я как раз-таки этим буду заниматься, что гладиаторские бои у меня будут. Да, цепи вон. Ну вот пока мне надо, вон, видите, я как бы на цепи, мне просто надо время выдержать, уворачиваться, так сказать. Ба-ба-ба. Видите, еще язык ему показывает. Ну, это легко пока что. Время, ну, 30 секунд осталось. Молись. Ну, можно попасть, но если он иногда вот на ускорение, вот... На таком ускорении вот засадит мне вот этой хренью пальцы, что ли, то это будет, знаете ли, очень ощутимо. Оп-опа. Оп-оп-оп-оп-оп. Че, он еще ржет так забавно. Блин, что? А, надо было совсем не то что убить, а вообще от ударов от всех увернуться. Ну ладно. Попробуем. Это я что-то затупил. От всех ударов посложнее будет вернуться, конечно. Ну как посложнее? Просто надо будет вот так вот. Прям. Оп. Оп. Ну давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Оп. Оп. Да отстань ты от меня, успокойся. Успокойся, успокойся. Чувак, спокойней. Валерьяночки попей. Все, что там, тебе жена там не дает, там, не знаю, денег нету. Кредиты не оплачены. Не нервничаем. Не нервничаем, спокойно. 5 секунд, выдержи. Опа, опа. Есть. Да, все, победа. Блин, давайте, я уже хочу в свою комнату попасть. Ну, ее, по-моему, тоже, типа, заслужить нужно. Я просто уже не помню историю этой игры, как бы. Играл последний раз, проходил, ну, довольно-таки уже, ну, прилично по времени. Так что вполне можно еще какое-то похожее задание я буду выполнять. Да, уже бой без цепи. Да это вот как нефиг делать тут какого-то. На... На. Денежка, денежка. Ой, 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 ой. Ой, денежка, денежка. Денежка. Денежка очень важна, конечно. Да блин, ну я, по-моему, сейчас опять больше сам. Больше сам ранюсь, чем дамаг наношу. Оп. Ну. Вот этот отличный удар был. Просто. Блин, вот сейчас, видите, его молот больше мне. Больше мне мешал, ну как бы я об него больше ударялся, чем он меня им бил. Ну ладно, ничего. Тут часто вот именно такие удары. Вот видите, сейчас бы как раз таки добить. На, вот промахнулся, все. Да что ж такое, опять я бы его, мол, пару раз задел. Сам притом. Вот попал вроде, вроде бы попал. Попал, есть. Мо, вот там. Есть, отлично. И денежку хорошо выпал. Да блин, мешай там. Есть, все. Ну, тут уже было и так понятно, он был обречен. Второй раз я не делал ошибок. Так, давайте, хочу свою комнату. Гауш. Законник.
Тут очень много званий. Я даже все не собирал. Ух ты, смотрите мне, какой мечишко дали. А, по-моему, я сейчас с животными. Правой кнопкой менять направление меча, как вы видите. То есть, ну, как вам удобнее резать. По-моему, сейчас животные будут, да. Вот здесь можно денег заработать. Очень прям так. Ва, мясорубка! Вы понимаете, если вы разрезаете этим мечом, вот, отлично. Они, конечно, в большей степени сами, но если вы вот так вот попадаете прям по ним, это вообще вот отлично. На. Ах ты, вот, ну, верхнего хотел зарезать. Вот здесь денег вообще очень можно много заработать. Ну, вот на этой миссии прям немерено. Ну, я сколько заработал, так столько заработал, так сказать. На. Время кончилось, но, конечно же, арену надо освободить. О, надо денежки быстрее собирать. Все, по-моему, вроде все собрал. Отлично. Развлекаем публику. Ну чё? Ох, нифига я настрелял. И мне, смотрите, в вашем распоряжении катхип, острое, сбалансированное. Может, я, конечно, ошибаюсь, и надо как-то... Сейчас мы попробуем одну вещь. А, понятно, надо от всех... А, просто выжить, что ли, нужно? Ну ладно, они сами себя мучкать, типа, да? А, просто... Как можно дольше. А, деньги, смотрите, падают. Чем я дольше живу, денежки капают. Круто. Айда. Еще, смотрите. Оп-оп, монетки. Отлично, давайте. Блин, ну вообще, ну нет, нет, так нечестно. Довольно. Че, а, 30 секунд просто надо улучшить. Что ли, 30 секунд. Ну, либо меня настолько ранили, что мне нанесли урон. Бег Гауш. Сохранить и выйти. Ну, все вроде. Блин, может, я ошибаюсь насчет гаража или как, ну, там. О, вообще круто. Бой на цепи. То есть, сами понимаете, да? Две цепи. Но, блин, почему у меня оружие беспонтовое? Успокоился, чувак. Отлично, я его засадил. Ох, вот сейчас бы его, блин, надо бы добивать. Так-то по-красивому. Есть. Монетка. Сам он попал. Есть. Блин, вот. Есть. Нет, все, вот сейчас все уже не выкручивай. Есть, все, ну добил, просто забил, можно сказать, на полу. Я не знаю. Лично мое мнение, что вот любой, кто эту игру попробует, да, вот поиграть, ну, минут 5 и уделит, она каждому понравится, каждый ее захочет пройти, каждый вот это вот ощущение удара, попадания, оно вообще, честно говоря, ну так, не знаю, лично у меня как-то оно прям хорошо так играть. Ну, может быть, конечно, я могу ошибаться, но давай уже. Меня научили как раз-таки сейчас правой кнопкой, я вроде бы могу подбирать оружие. Ух! Ух, чё это, нифига себе! Ну понятно, этот мне с этим. Но он больше сам себя на самом деле убьет. Мне просто от него уворачиваться нужно, и он с вот этими атаками, так сказать, по мне убьет сам себя. Блин, нифига серия получилась какая на полчаса. Ну давай, где он там? Вот, видите, я об этом и говорю, что он просто вот ударяясь об стенку, себя убивать будет. Ну, это легко пройти.
Ну, конечно, если мы по нему попадем вот так вот. То есть, сейчас попробуем попасть. Потому что попасть по нему... Вот так вот. Все, просто порезал чувака. Видите, мне камушек дали. Ну, блин, в инвентаре. Ладно. Я на него не обратил внимания. Слева был камень у меня. Вот. В вашем распоряжении кровавый рубин. Ярость фурии. Дает. Вот. Наконец-то, похоже, да, наконец-то воинский зал, в котором я теперь, ну, могу участвовать, могу быть, менять свое оружие, покупать какие-то вещи, тренироваться, ну и тому подобное. Вот видите, мне подсказывают, а чтобы попробовать, и подойти налево, попробуй его, когда закончишь к человеку в белой тоге, подойди. Так. Мастерство, сложнейший трюк, колющий, так. Меч легок. А, ну понятно. Так. Как видите, здесь есть вот, ну, тренировочный зал, в который мы можем потренироваться, ну, как бы в ударах, так сказать. Да, и вот здесь вот как раз-таки висит все. Все оружие, которое мы, допустим, можем купить. Нам вот предлагают сразу купить. Чувак, можно поменять. Так, как бы... А, вот, вспомнил. А как скинуть-то? Сейчас. Вот. Я подкрутил. Вот это мне соединить с чем? Сейчас надо вспомнить, как выбрасывать. Видите, две вещи, ну, прицепил. Ну, это не очень интересно, на самом деле. Вот две вещи, это как-то... Ладно, я, честно говоря, не помню. Он мне подсказал, конечно, что и для чего он владеет двойным оружием. Особо искусство имеющее множество отличий. Ну, конечно же. То есть двойным оружием тоже можно владеть. Можно спарным, как бы, то есть соединять вот. Соединить вот так вот. Видите, оно соединилось. И то есть это двойное получилось. Вот так вот. То есть даже само оружие меня закручивает. В какой-то степени. Я вот даже вот много крутить не нужно. Сама пальцы меня закручивать. Так, денег у меня не так, чтоб много. Но я могу себе позволить вот это, купить вот эту вот палицу. Единственное, что еще тут приветствует. Вот. Можно купить себе щиты, к примеру. Щиты. Так. А как? Вот я не помню, честно говоря. Приветствую. А, вот мышка появилась. И можно купить себе щиты. Давайте вот раз, два, три. Купим три щита. И как видите, у меня щиты. Если мы их выбираем в инвентаре и жмем. Блин, нет. Так, подобрали. Сейчас еще один щит надо подобрать. Оп. Если мы их выбираем в инвентаре и жмем... левую кнопку мыши, то они как бы, ну, встают так, чанг. Так. Ой, что это я сделал? Это скилл какой-то, смотрите, еще прикольный, я даже этого не помню. То есть я... Вот, все, выкинул меч я теперь. Теперь у меня чисто исключительно булава. Но мне в большей степени и нравятся такие вещи, как вот на цепи. Ну, давайте посмотрим здесь вот. Вот этот топор очень крутой, я помню, дрался. Если вы здесь выкидываете оружие, оно здесь же потом и повиснет, так сказать. Ну, на этом. Вот этот рубящий, он вообще зверский. Вот эта штука крутая. Потом вот этот вот молот, не знаю, как это, наковальня. Тоже очень круто. Ну и здесь всякие крюки. Я делал, допустим, делал два лезвия разных. Вот это вот уникальные вещи. Как видите, еще... Ну, как бы объяснить там. Ну, звание у оружия есть. Это тоже уникальность их не составляет. Ну, составляет их уникальность, так сказать. Позволь же предложить тебе... Ну, давай. Можно вот...
тяжелый дротик. Ну, то есть его можно взять и кидать. Потом чудесный зверь император решил выдохнуть в котел летающую машину, живущую силу, пусть даже столько еще. Ну, понятно, хилка, метание оружия. Ой. Так. А, Enter пропустить. Ну, давайте купим молот, купить оружие. Вот сразу можно следующий купить. Ну и сразу еще след. Ну, тут он будет предлагать до бесконечности, на самом деле. Поэтому денег нужно много, то есть. Ой. Ну что ты? Давайте. О, прикольный меч. О! Блин, и вот. А! Зараза, вот на последнюю звездочку у меня не хватает. Не хватает 3 динара. К сожалению, нельзя, ну, как бы это объяснить, нельзя проходить миссии постоянно, одну и ту же, к примеру, да, чтобы получить побольше денег, ну и тем самым как-то выжимать. Вот хорошая штука. Давайте-ка ее соединим с мечом. Прикольно. Мне нравится. Если вот мы на правой кнопкой на меч. Ну, как бы на меч наводим и правую кнопку жмем, он начинает, видите, крутиться самопроизвольно. Так. Ну и понятно, здесь мы. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, все щиты. Ну и также можно камень вставить, то есть здесь нажать соединить. Это, в принципе, несложно разобраться. Также вот смотрите, потом будут даваться пушки и для стрельбы из порохового оружия, ну, понимаете, то есть вот так вот соединяется, к примеру, меч и пушка, и с другой стороны меча получается, ну, ствол какой-то. Они, по-моему, вот здесь вот начинают висеть вроде бы. Ну, я могу ошибаться, конечно. Ну, вот такая вот игрушка. А, вот-вот-вот, да. Вот здесь вот. Или нет. А, здесь реликт. Здесь, значит, сам, типа, уникальный, как бы, мечи висят. Ну, где-то огнестрел висит, я не помню, честно говоря, сейчас. Отлично. Ну, вот мне нравится на цепи, конечно, но ими всех легче использовать. Все остальное нужно оттачивать, так сказать, реально искусство боя оттачивать, потому что оно, ну, прикольно получается. К примеру, как. Так, во-во-вот, отсоединил. Возьмем меч, к примеру, и возьмем, к примеру, вот эту вот штуку. Так, соединим их вместе. Нет, соединить. Соединить с чем? С пальцем. И у нас получилась такая вот прям, я бы даже сказал, вот так вот ее развернем. А вот этот вот так вот развернем. И да, вот такая прям молотилка получилась. Это очень даже, ну, по-моему, очень круто. Ну, просто мы вот здесь вот сейчас разворачиваем и все. Также не во все, ну, во всех есть по одному слоту. Хотел сказать, не во всех, но... Но это, видите, режущее. Это надо какими-то такими скользящими ударами, что ли, наносить. Ну, в общем, ладно. На этом я закончу. Очень интересная игра. Ну, по крайней мере, идея игры прям просто... Просто отличная. Также вы со временем новые флаги вешаете, новые звания, новые щиты, камни разные выбиваются и тому подобное. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вы хотите видеть еще множество интересных, необычных игр, потому что по стандарту, ну, я стараюсь стандартные игры не обозревать, а что-то такое интересное, необычное, где... которое не везде можно встретить, так сказать. И не каждый в это играл. Так что, всем всего хорошего, пока!